Всем привет! В сегодняшнем видео я хочу рассказать, как бороться с белой цикадкой. Это новый и очень опасный вредитель сада и огорода, который питается соком растений, ослабляет их и уничтожает наш урожай. Вот так вот выглядит это насекомое во взрослом виде. А вот так вот выглядит его личинка. Бороться с белой цикадкой нужно обязательно. Она поражает более 300 видов растений, высасывая сок из листьев в фазе личинок. Заметить этого вредителя очень легко. Если вы видите на стеблях, на листьях растений ватный белый налет, то это и есть белая цикадка. Одна самка этого вредителя может откладывать около 100 яиц, и зимует этот вредитель в стадии яиц под корой деревьев. Ранней весной личинки начинают развиваться и сразу заселяют наши растения. Если с этим вредителем не бороться, он заселит буквально все. Его можно видеть и на томатах, и на огурцах, и на малине, на смородине, на винограде, на розах, на всех видах сорняков, на всех деревьях. Личинки очень быстро прыгают, и с ними очень трудно бороться. Они прокалывают хоботком листья с нижней стороны и высасывают сок растений. И это приводит к появлению сверху на листьях маленьких белых или желтых точек. Иммунитет растения падает, растение становится слабым, рост замедляется, плоды могут упасть, так и не поспев, или вообще не образоваться. И такие растения, как огурцы, томаты, обычно погибают, если не бороться с белой цикадкой. Но когда уже есть плоды на огурцах, на помидорах, не хочется применять различные вредные препараты, инсектициды. Я применяю такой метод. Опрыскиваю засеянные личинками белой цикадки растения раствором хозяйственного мыла. Беру 300 граммов хозяйственного мыла, измельчаю и растворяю в 10 литрах теплой воды. И этим раствором опрыскиваю растения. А также нужно постоянно осматривать растения и вручную собирать личинки белой цикадки и удалять их. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях о своих методах борьбы с этим вредителем растений. Всем пока!